Каждое лето с неба падает дождь и освежает наши страсти. Точно такой же, как и я, человек где-то находит свое счастье. Точно такой же, как и я, человек где-то находит свое счастье. Каждую ночь звезда на небе встает, полная доброго сознания. Если она однажды вдруг упадет, я загадаю ей желание. Если она однажды вдруг упадет, я загадаю ей желание. Это желание, чтоб добро на Руси сразу ворвалось во все двери. Всем расскажу, что лучше нету страны, как только сам в это поверю. Всем расскажу, что лучше нету страны, как только сам в это поверю. Добрые люди говорят, не тая, сбудется все, о чем мечтали. Дочь не поймет, зачем в чужие края люди с России улетали. Да только дочь не поймет, зачем в чужие края люди с России улетали. Жду не дождусь того счастливого дня, веру в него ничем не снизить. Все хорошо, вот только знать бы, чем я сам этот день могу приблизить. Ой, все хорошо, вот только знать бы, чем я сам этот день могу приблизить. Каждой зимой обычно падает снег, а по весне бушуют страсти. Точно такой же, как и я, человек с кем-то находит свое счастье. Точно такой же, как и я, человек с кем-то находит свое счастье. Да что же это такое? Твоя сестра идет. Несчастье. Постой-ка. Что за бумагу в руках ты прячешь? Я? Да. Не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Ты пошлой отговоркой вторично отвечаешь мне. Когда тебя просила выслушать меня, ты не захотела? Я, не хотевшая услышать того, что ты сказать пыталась. Желаю знать, что захотела ты утаить. А как ты можешь узнать, раз я молчу? Отдай письмо. Хотя насильно ты пытаешься отнять, ты его не увидишь. Отдай письмо. Нет, ты не увидишь его. Ну, лопнул банк? Мужики, ну это вообще никакие ворота не лезет. А мы же не в театре распевали. А в общественном месте, да? Уж лучше бы в театре. Никто бы хоть не видел. А в театре пить нельзя. Нам Владимирович не разрешает. Угу. Так все. На этот раз выговором не отделайтесь. Пишите заявление по собственному. Отработайте еще денек-другой, а потом придется расстаться. На месяц. Другой. Все, идите. До свидания. Угу. До свидания. На месяц другой. Я понял. Когда ты говоришь прощай, когда ты говоришь прощай, я обмираю, умираю, на небо бросив взгляд, я умоляю. Верни, верни его назад, верни, верни, пока не поздно, на небо бросив нежный взгляд, я умоляю.
вместе мы пышней. Покуда вместе мы нежней, цветут сады, жужжат стрекозы, напрасно голоса так та-ла-ла-ла-ла-ла звучат. Когда ж ты говоришь прощай? Вернись, пока не поздно. Браво, браво, браво. Муа, муа, муа. Да я тебя... Помогите, хулиганы зрения мешают. Алла? Да? Я так понимаю, ты сейчас не занята в спектакле? Нет. А время есть? Ну да. Ну-ка, детка, пойдем пошепчемся, а? Дружок, слушай, погуляй там минут 15, а? Угу. Мне поговорить очень нужно. Ну и на шухере заодно постоишь, хорошо? Угу. Спасибо. Ал, садись. Ну? Ал, скажи, тебя совесть не мучает? Все-таки подругами были. Понятно. Если бы тебе было понятно, ты бы не довела до такого. До какого такого? До такого. Инна пришла ко мне с заявлением об уходе. Я ее не отпустила, естественно. Ну куда она? Без работы, с ребенком, без мужа, по твоей милости. А почему по моей? Ал, ну ты передо мной-то не прикидывайся. Ты что, думаешь, я ничего не знаю? Как вы с Ромкой, когда Инка на сцене роль играет, за кулисами тискаетесь. Да весь театр знает. Детка, шило в мешке не утаишь, да потом тайное всегда становится явным. Анна Васильевна, вы меня, конечно, извините, но это моя личная жизнь. Я сама разберусь. Деточка, ничего более общественного, чем личное, нет. И потом, вы же все мне как дети. Театр – это мой дом, это моя семья. Если кто-нибудь из вас страдает, у меня же самое сердце разрывается от горя. Вот ты думаешь, что ты моложе, красивее, да, чем Инка. А ты знаешь, Инка ведь тоже еще хороша и молода. Ты знаешь, в принципе, так же он, как сейчас бросил ее, он также может бросить и тебя через какое-то время. Придет в театр какая-нибудь молоденькая артисточка, смазливенькая. А ты же знаешь эту поговорку, да? Сучка не захочет, в кабель не вскочит. Махнет перед ним формами и уведет. Деточка, ты думаешь, что это любовь? А что такое любовь? Ну что такое вообще в сущности любовь? Это физиологическое притяжение двух тел на основе химической реакции. Да, смешно. А длится она, знаешь, сколько эта реакция? Минимум год, максимум три. Это уже проверено давно. Наукой доказано. Хорошо, если это вообще не откровенная такая страсть. Сумасшедшая, которая просто сжигает на своем пути вот этим напалмом огнем все. Ничего живого не оставляет за собой.
Это вообще тогда страшно. А бывает такая вот именно химическая реакция, которая тихо, спокойно, любовь, 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 а потом бац, и что, реакция закончилась, что дальше? А дальше быт начинается, деточка. И уже надо как-то этот быт тоже переживать. И тогда ты знаешь, что семью держит? Дети. Уважение взаимное. Ответственность мужчины перед семьей. А если у него сейчас нет этой ответственности перед Инкой? Перед дочкой? Да где же он ее потом возьмет? Может, он вообще такой попрыгунчик? Прыг-скок, прыг-скок. Из койки в койку, из семьи в семью. Ну что ты мне так ничего не скажешь? Ал. Мне нечего сказать. Ну как нечего? Ты что, действительно готова увезти из семьи Ромку? Я никого не заставляла. То есть ты хочешь сказать, что ты вообще ни при чем, что это он сам, да? Тогда давай проверим. А вот давай, знаешь, что сделаем? Ну, вернее, ты. Ты вот перестань с ним вообще общаться. Запрети ему вообще к себе приходить. Просто скажи нет, и все. Вот представь себе, что ты отказываешься от ситуации. Проверь. Просто его проверь. То есть ты не выгоняешь его по-настоящему, как бы так, понарошку. Проверяешь. Давай ему такую проверочку устроим, а? А ты тогда посмотришь. Вот если он через какое-то время вернется к Инке, значит, это все не настоящее. Значит, ему просто показалось. Знаешь, как страшно обмануться, детка. А еще страшнее, когда ты действительно поверишь и доверишься ему, самое страшное. А он тебя обманет. Ты же уже один раз это испытала на себе. Тебя что, уже бросали? Ты что, хочешь, чтобы Инка была брошена? Ты хоть чуть-чуть проверь по-настоящему. Надолго это или нет? Ал, Господи, ну будь ты мудрее, что ли. Ну не поддавайся ты этой минутной слабости. Стань сама сильной. Ал, Господи, ну я уж не знаю, как тебе сказать. Ладно. Все понятно. Ну, тогда давай так, деточка. Расписывайтесь. И пусть у вас все будет хорошо. Только попробуй мне потом не быть счастливой. Злись, ветер. Дуй, пока не лопнут щеки. Потоки, ураганы затопите. Все колокольни, флюгера залейте. Вы, серные огни, быстрее мысли предвестники. Дубы крушащих стрел. Можешь подавать на развод.
Сам им подавай. Это же тебе надоело с нами жить. Надеюсь, ты не будешь препятствовать ребенку общаться со мной? И настраивать его против меня? Ну что ты? Надкусанные яблочки нравятся? Замолчи. Заткнуть меня хочешь? Правда не нравится? Замолчи, я тебе сказал! А то что? Ударишь меня? Не слишком ли большую цену платишь за свое новое счастье? Роман, пожалуйста, скажи мне одну вещь. Неужели ты ее так сильно любишь? Забыл свою шляпу! Говоришь прощай, когда ты говоришь прощай, я обмираю, умираю, на небо бросив взгляд, я умоляю. Верни, верни его назад, верни, верни, пока не поздно, на небо бросив нежный взгляд, я умоляю, покуда вместе мы пышней, Зой, покуда вместе мы нежней, цветут сады, жужжат стрекозы, напрасно в глазах. Так. Но я же говорю, профессионал. Когда ж ты говоришь прощай? Пока не поздно. Дежурная часть. Майор Ковальчук, слушаю. Здравия желаю, товарищ майор. Вас беспокоит капитан Харламов. Володь, ты? Да, я. Да нет. На пенсии как-то спокойнее. Да и старые раны дают о себе знать. В общем, я тебе звоню, как всегда, по делу. Да понятно. Что у тебя там стряслось? Понимаешь, у нас актриса пропала. И не узнаешь, для тебя я загадка.
существу иного порядка. Такого с тобой еще не было. Вот поэтому ты мною увлечен. Это и есть любовь. Ладно, пойду побегаю. Понятно. Привет. На горизонте появился боцман. Привет отдыхающим. А, привет. Как дела? Нормально. Да? Да. Хо-хо-хо. Если откровенно, не очень. Я так и думал. Догадываюсь о причине. Нет, причина он. Сильвия. Нет. Бери глубже. Ага. Я тут недавно одну книжечку прочитал. Этот глубоко копает, товарищ. Ну, генетика, ну. Оказывается, мы биофилы. Понимаешь? Биофилы! Ты давай, Том, мне это... Ты давай полегче. Это не то, что ты подумал. Собачники все биофилы. Влюбленные в природу. Ты же знаешь этих служителей мельпомены. Я прошу, на всякий случай посмотри по сводкам. Там Румянцева у тебя не проходила. Ты видела? Конечно. Опускай, залезай. Прости. Все, согласен. Мне. Сейчас, подожди. Она будет хорошей матерью. Я буду с ней рядом. Да что ж ты такое? Приму у нее роды. Да посмотрел, нету. Слушай, вот огромная просьба по старой дружбе. Попроси ребят, пусть пройдутся в забегаловках. Впрочем, что я тебе объясняю? Больше сблизит. Да. Давай поешь. А знаешь, сколько возился со своими детьми? Я их это подкармливал, купал, менял эти памперсы. А по выходным мы брали их с собой в постель и кувыркались там под покрывалом. Вот так и с Сильвией. Мы возьмем щенков с собой. Я попробую, но ничего не обещаю. Попробуй. Фотку я тебе, как обычно, сброшу. Мы возьмем щенков Зонтик. С собой в постель. Давай, бери. Возьми. Готовы? Пошли. Да, пошли. Будем. Звони в любое время. Будь здоров. Все, пока. Вот по этому поводу есть очень толковая книга. И главное, не забывай, что это собака. И каждый день напоминай себе, что это собака. Ясно. Так, мне пора. Тебе лучше взять Сильвию на поводок. А то еще увяжется за моим боцманом. Да ну, это вряд ли. Не скажи. Он это делает на раз. Это подарок для Сильвии. От нас с боцманом. Боцман! Боцман! Боцман, дружище, боцман! Иди сюда, боцман! Я откушу твой хвост и засуну тебе твою мерзкую пасть! Вот попадись мне только еще... Раз! А? А? Пошли, что ли? Ну ты даешь. Извини, дело такое. Кто бы мог подумать? Борьба видов. Выживает сильнейший. Во-во-во-во, да-да-да-да-да-да-да. А если мне так попробовать с Гарольдом? Гарольд, кошак поганый. Ты на кого свои зеньки вылупил? Да я тебя сейчас! Мальчик розу увидал, розу в чистом поле. Аромат ее вбивал, любовался волк. Мальчик
чтобы помнил ты меня. Не стерплю я боли. Да. О, ты уже почти переоделся? Да. А ты чего тормозишь? Мне не терпится с тобой поговорить. Ну давай, присаживайся. Что это? Это первая фотография твоего ребенка. Откуда ты знаешь? Видишь ли, милый, женщина рано или поздно об этом узнает. Лучше, конечно, раньше. Саша сказала. А почему мне об этом должна была сказать Саша? А кто еще? Или она, или Тоня? Так, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Я тебе все объясню. Да уж, постарайся. У Светы будет ребенок. Да, у Светы будет ребенок. А ты здесь при чем? Это мой ребенок. Понятно. Подожди. Подожди, подожди, пожалуйста. Это тот, кого мы так долго ждали. Тот, кого мы, о ком мы так долго мечтали. Пусти. Не понял. Вера, подожди. Не трогай меня! Сова! Присаживайся. Вот твоя пьеса. Водка есть? Найдем. Нет, не здесь. Только не здесь. Понял. Ну, тогда переодевайся. Стой! Куда понес? Неси обратно. Thank you.
надоело переодеваться. Что? Надоело переодеваться, говорю. Да. Анекдот такой есть. Не слышали? Нет. Расскажи-ка. Заходит утром уборщица в гримерку. Видит, актер повешенный. И записка предсмертная, в которой написано: «Надоело переодеваться». И давно ты понял? Давно догадывался. Но не мое это дело. Кто-нибудь знает еще? Как ты думаешь? Не знаю. Но я думаю, скоро будут знать все. Что ты думаешь дальше делать? Не знаю. Ну что ты драматизируешь? Не ты первый, не ты последний. Тебе легко говорить. Да ладно, брось. Пройдет время, все уладится. Я знаю этого мужика. У него своя разборка машин. Он у меня машину купил. Подает чувак. О, Сава, по-моему, тебе достаточно. Собирайся. Ты что, пойдем. Мне не веришь? Верю, верю. Пойдем, пойдем. Вон народ собирается. Ну-ка, пойдем, верю. Спросим. Пойдем, спросим. Ну, давай. Пойдем и спросим. Спросим. Навсегда.
Примешь? Не могу. Прости. Я поищу лодку. Есть лодка. Подожди, я помогу. Тихо, тихо. Тяжелый кабан. Давай, опускай. Опа. Давай, запрыгивай. Ну, давай. Говори, куда грести. Помоги мне. Давай, аккуратненько. Взяли. Тихо, тихо, тихо. Шевели поршнями, там местный секьюрити нарисовался.
Ёлки-палки. Так, дружище, это вряд ли тебе здесь понадобится. Да. Ну что ты копаешься? Давай скорее. Сейчас, секундочку. О, бля. Так. И это до кучи. Давай, давай. Так, проверим карманчики. Не мародерствуй. О, а это тебе здесь точно не пригодится. Сава, ты меня слышишь? Все, я скоро приеду. Валим отсюда. Толкай. Еще один ненужный вечер нас разделяет друг от друга, и тень, назначившая встречу, не стала больше, чем подруга. Меня зовешь и гонишь прочь, смеясь и плача надо мною. Повелительница ночь, не будь жестоко так со мною. Подует утром ветер с юга, благословляя новый день, и вновь безликая подруга оставит теплую постель. Я в пустоту кричу от боли, душа моя горит и плоть, и тиграл я, видно, роли. Прошу тебя, спаси, Господь. Будет вот.